ты куда подрезаешь-то, а? Блин, и куда это я приехал посреди ночи? У меня что, опять новый переезд? Ну, как бы мне кажется, переездами лучше днем заниматься, тем более из вещей у меня, как правило... Подожди. Я ведь никуда не переезжаю, я детей разыскиваю. Новое дело для детектива Лёхи. Новый дом, новое дело. Так, детектив Лёха, вновь беремся за расследование. Нужно все внимательно изучить. Не пропустить ни одну улику. Василич! Come here, you big... Я долго следил за ним. Он опять заколачивает свой подвал. Он явно там что-то прячет. Скорее всего, пропавшие дети находятся там. Я не понял, а почему его не посадили в прошлый раз? Может быть, у них секта Василича? Ну, не знаю, может быть, их там штук 50, они просто одинаково одеваются и так далее. И очень странно, кто мне постоянно выделяет новый дом для моих детективных расследований? Так, все-таки нужно задуматься. Может быть, на кассете есть какие-то подсказки? Так, подожди, мне ведь детей нужно спасать. Что это я стою здесь, танцую? Здесь каждая секунда на счету. Нужно изучить, нужно все изучить. Что-то мне подсказывает, что я вижу дом. Это однозначно дом. Василич гуляет посреди. Подожди, а куда это он так бежит? Он что-то высматривает, он что-то задумал однозначно. Он явно что-то задумал. Причем посреди ночи. Может быть, у него дома туалета нет, и он посрать пошел? Но это упражнение, чтобы, ну, как бы какалось проще, да и все. Вообще, может быть, это обычный мужик, и зачем я с собой вожу коробку? Она ведь пустая, я просто создаю вид, что у меня есть свои вещи, и из вещей у меня только шмотки, которые на мне, и все. Это все вещи, которые у меня есть. Так и живу. Так, подожди. Мне казалось, что у него... Так, подожди, мне нужен мальчик и девочка. Мне кажется, что у него был только мальчик. Так, значит, все, расследование закрываю, это однозначно не тот дом, а нужно уезжать отсюда. Все, сажусь и уезжаю. Блин, опять кто-то украл педали. Да и прав у меня никогда особо не было. Ладно, нужно незаметно подкрасться. Блин, ногти опять забыл подстричь. Он очень странно бегает. И почему он домой заходит через окно, как бы... Двери же существуют для этого. Не, ну действительно, для этого существуют двери. А, дверь закрыта. Ну это нормально, надо же двери закрывать. Мне кажется, как бы так и должно быть. Фух, опять мои панические атаки. Подожди, он что, спать лег? Он реально лег спать. Нужно незаметно прокрасться. И как-то его не разбудить. Нефиг спать по ночам! Вставай, давай, разлегся здесь! Где дети? Так, ну его нафиг, нужно убегать. Блин, он выпрыгнул через трубу. Мне бы кажется, я бы обосрался. Если бы я спал посреди ночи, ко мне подбежали и кинули бусильником. Почему он так странно бегает? Почему он бегает так странно? Так, он кого-то высматривает. Я надеюсь, здесь нет медведей. Зарядочка, самое время. Так, можно проникнуть к нему домой незаметно, пока он занимается зарядкой посреди ночи. Но если тебе кидают посреди ночи будильником, самое лучшее средство это, конечно же, пойти на улицу и сделать зарядку. Отлично, я нашел синий ключ. Я не знаю, чего синий ключ, но он чего-то явно. Так, подозрительная мелодия. Возможно, она как-то связана с похищенными детьми. Она слишком зловещая.
Хотя нет, в ней нет ни доли зловещности. И почему у него ружье? Блин, здесь походу реально медведи обитают. Он по-любому ходит за медведями. Так, ладно. Давай дальше и не замер. А, так вот от чего этот ключ был. Так, а как мне в подвал-то попасть? И где Васильич ходит? Он что-то там бегает, выискивает, что-то разнюхивает. Я надеюсь, он меня не поймает и в подвал не запихает. Это вообще не весело будет. Это будет очень сильно не весело. Отлично, я нашел отмычку. У меня есть отмычка. Васильич! Ты почему? Васильич, ты что так бегаешь? Васильич! Васильич, не трогай меня! Так, катапультируюсь! Блин, извини, чуть-чуть пару лишних окон захватил, пока катапультировался, но это бывает. Ты почему бегаешь так? Объясни мне, Васильич! Ну, он явно выглядит, он похожий на мужика, который гоняет и похищает детей. Если так бегать... Ты чё, птицелич, что ли, или чё? Верни Васильича, где птицелич? Хватит воровать детей! Подумал детектив Лёха. Да ты надоел опять этот голос! Откуда ты берёшься? Ты постоянно, я ж забыл про тебя. Я думал, я всё, таблетки пропил, вылечился, нет у тебя больше. Подозрительные коробки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итого будет 12. Не знаю, зачем я это посчитал, но, видимо, на всякий случай. Просто решил вспомнить арифметику. Так, ладно. Да я просто гуляю по улице. Тебе что надо от меня? Что тебе нужно? Скажи, что тебе нужно от меня? Подожди, а это кто стоит? Кто это стоит и наблюдает? Васильич! Васильич, нас сейчас тут походу обоих похитят. А может быть это другой детектив? Может это мой напарник? Привет, напарник! Блин, да хватит кидаться меня помидорами, не они... Кстати, они сладкие. Стоит и смотрит. Он явно что-то задумал, он следит за мной. Может быть, это просто моя вторая личность, и его не существует на пати бойцовского клуба. Хотя я все время думал, что Васильича, возможно, моя вторая личность. Или что меня на самом деле никогда не существовало. Так, нужно залезть. Так, у меня есть отмычка. Это хорошо, что я детектив, и у меня есть навыки владения отмычками. Так, есть лопата. Это замечательно, когда есть лопата, с помощью нее можно кого-нибудь взять и закопать. Просто берешь и закапываешь. Вот Васильич подвал прячет, а я могу просто взять и закопать. Прям вообще не заморачиваясь. А чё заморачиваться? Смотри-ка, сколько кепок. А зачем ему детская кепка? Уходи! Я тебя боюсь. Ну тебя... Ай, капкан! Уходи от меня! Блин, прикопался ко мне. А чё он за мной бегает-то постоянно, вечно? Странно, мне кажется, да, учитывая, что я детектив, мне давно пора начинать брать с собой, ну, гаечный ключ, чтобы каждый раз его просто еще, может быть, его просто взять с собой и все. Ну, то есть в машине там с собой возить, нет? Мне кажется, это нормальная идея. Подожди-ка. Нужно его рассмотреть. Так, где? Где бинокль? Блин, куда я свой бинокль сделал? Это был мой счастливый бинокль. Я его что, выбрать? А, я нашел его. Нужно за ним понаблюдать. Подозрительная личность. Отличная шляпа, кстати. Он смотрит на часы и смотрит на меня. Подожди, может быть снайпер? Ложись! Нет, вроде никто не стреляет. А почему он тогда стоит и смотрит? Он выглядит очень сильно подозрительно. Может быть, он из нашей коллегии детективов и смотрит, за сколько я справлюсь с заданием по похищению детей. А Васильич на самом деле своровал их понарошку. Я не знаю.
Он очень странно выглядит. Он действительно очень странный. Так, ну ладненько. У меня есть молоток, у меня есть лопата. Такой нормальный наборчик, кстати. Молоточком можно вырубить, лопатой закопать, а потом сидеть долго-долго. А это вообще не весело сидеть. Поэтому не нужно так делать. Никого никогда нельзя бить молотком. Иначе вот Василич прибежит. Дай выпрыгну. Попрыгушки. Так, подожди, а как мне попасть тогда на второй этаж? Мне же нужно как-то попасть на второй этаж или не нужно? Я не знаю. А, стой, я ведь просто мог все это время здесь залезти, да? Я просто мог залезти здесь. Опа, тройной тулуп с переворотом. Так, мне нужен магнит. Или лучше магнета. Из Людей Икс. Можно было бы брать его с собой, он бы мог бы притягивать всех. И зачем я бинокль только выложил? Он бы мне пригодился. Я бы мог наблюдать за ним. Я бы мог наблюдать за всеми, за каждым жителем этого города. Потому что я здесь. Я здесь порядок. Походу я чутка Бэтмена пересмотрел. Так, ну да ладненько. Так, детектив Лёха, думайте. Думайте, детектив Лёха. Три картины. Яблоко, кружка и трое людей. Нет, это не выглядит подозрительно, поэтому я их просто собью. А вот усы. Усы выглядят очень даже подозрительно. Так, мне нужно найти где-то ключ от машины. Мне кажется, он где-то находится на кухне. На кухне, мне кажется, находится ключ от машины. Ведь все нормальные люди хранят ключ от машины на кухне. Правильно, где еще хранить ключи от машины, кроме как на кухне? Ну, действительно. Ха, детектив Леха творит чудеса. Я разгадаю эту загадку. Так, отлично, у меня есть магнит. У меня есть задание. У меня есть мой... Я не знаю, как его назвать. Не начальник, куратор. 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 И Василич, который думает, что он птица и бегает, как птицелич. Василич! Тебе в дурку пора, ты надоел мне уже. Подозрительно, подумал детектив Леха. Да ты надоел голос. Да я, видишь, без тебя справляюсь. Я вообще все нашел, все. Мне скоро дадут все. Все, что я захочу, будет моим. Мне кажется, что ты дурачок. Кто я дурачок? Я величайший детектив этой современности. Вот, кстати, даже Ворона может подтвердить. Ворона, ты можешь подтвердить? О, видишь, подтвердила. Все, ты доволен, голос, извини. Надоело мне. Лично что-то базарит здесь. Че он тут разговорился? Говорит. Смотри, так можно как-нибудь взять и договориться. Подожди, а здесь нет ключа? А нафига я сюда шел, если здесь нет? Вот, вот он ключ от подвала. Последний недостающий фрагмент в этой мозаике был найден детективом Лехой. Нафига я говорю о себе от третьего лица? Ну, точно, я ведь дурачок. Это нормально все. Опа! Блин, стоять! Так, окно. Опа, давай. Беги сюда, беги, давай. Давай, разберемся один на один. У меня есть ружье, знаешь, что я с ним могу сделать? Знаешь, что я могу с ним сделать? На, получи ружьем по лицу. Быстрее, пока он не очухался. Подвал. Блин, доски. Хорошие доски, кстати. Можно было бы что-то с ними сделать. Нет! Так и закончилась история детектива Лехи. На заднем двору Васильича дворе, где меня взяли и закопали. С тех пор я там лежу.
А мой куратор подумал, что я слишком плохой сотрудник и не стал меня выкапывать, поэтому я просто закопан там. А Василич уехал, и я так и не спас детей. Черви пожирали мое тело. Впереди была лишь темнота. Итак, привет, уважаемые друзья-подписчики. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Был вот такой переделанный мод, называется New Spy Problem, где у нас добавили, кстати, вот этого шляпочника из Hello Guest. Ну, вы, скорее всего, смотрите это уже в середине июля, а снял я еще в июне месяце, потому что я сейчас, скорее всего, где-то отдыхаю. Я надеюсь, что я еще, по крайней мере, живой и не нахожусь здесь в рабстве там и так далее, что со мной все нормально. Я надеюсь на это. Все, ребят, ладно, если вам понравился видосик, не забываем ставить свои лайки, подписываться на канал и, конечно, жать на колокольчик и ставить все уведомления, чтобы вам приходили. Иначе этот страшный звук будет постоянно преследовать вас, вы слышите? Постоянно. Подожди, какого фига ты говоришь, что вообще-то в могиле закопан? А, да, точно, извините, мне ведь нужно сказать еще это. Но они ведь сидят, кого-то ждут. Вот что они сидят, ждут? Вот все, ролик же закончился ролик. Они что, думают, что сейчас жираф появится, что ли? Блин, реально жираф появился. Что за фигня? Мысли-то действительно материальны. Все, пока всем. Ребят, отличного отдыха, отличного лета, отличной погоды, много эмоций. Давайте, ребят, увидимся.